Друзья, всем привет. Всем огромный приветище. Трудятся наши пчелки здесь на традисканции. О, Манюня потерлась от меня, прошла. Видите, сколько их? Откуда ни возьмись. Ой, господи. Да. Откуда ни возьмись, рыжий взялся и навел суеты сразу. Уже практически отцвела наша традисканция. Так, фу, господи, это юка наша. Так, Рудик, а ну иди сюда. Парень что-то разошелся не на шутку. Пойдемте, пройдемся. Пойдем. Ага. Пойдем, пойдем. Ой, так охота гулять эти ему. С каждым днем все больше и больше травы. Земля мокрющая. Вчера опять шел дождик, он до сих пор листья мокрые. Я так думаю, он ночью какой-то такой кратковременный шел. Вот она, которая мешает мне спать. О, какое небо красивое. И вот видите, три куста вполне достаточно для одной семьи. А вот еще цветочки будут. Я смотрю, что я не нашел. Так что вполне достаточно и пожарить, и что-нибудь закрыть. Тоже вкусные маринованные кабачки. Помидоры. Мне кажется, у них переизбыток влаги. Очень много за последнее время дождей выпало. Маня, что тебя рыжий замучил? А, о, как, сейчас будем желудочек чистить. И съели. Вместо козлика у нас пыры и коты едят. Огурцы главное не прозевать и вовремя сорвать. Только щелкнул лицом и все. И они уже такие большие становятся. Тоже любят влагу и быстро очень растут потом. Особенно, когда ночи теплые. Рыжий в засаде сидит. Сегодня разбудил меня. Утром я люблю такой подушкой укрываться. Потому что очень чутко сплю. И смотрю, открываю глаза, думаю, что меня щекочет. Рыжий своими усами меня щекотал. И проснулся, да, кися? О, а он Пуня идет. Пуня. И сынок за ним. Что? Что, мяу? Привет, мужики. Привет. И ты привет. Горячий, на солнце сидел. Смотри, эту кукуху напечет. О, их тут трое-то целые, 3-4. Рыжий он догоняет. В общем, почти все. Не почти, а все в сборе. Вот они, все пятеро. Заспанный, Сэм заспанный спал где-то на берегу, наверное. Машуня первая проскочила. А, за ней брателло гнался. Пуня. Вот смотрите, как блестит трава мокрая. И, скорее всего, точно был дождик ночью. Такой небольшой. Потому что во дворе бетон. Ну, не сильно мокрый. Только когда дождь сильный пройдет, он такой долго не высыхает.
Запах такой озерный классный. О, за ночь все съели. Вообще все чистое. Ох, и вкусная водичка. Хоть и теплая вода. Вон с той стороны лебедь. В гордом одиночестве. Семья, наверное, где-то в кушерях. Тоже, видите, птицы. Может, кто-то их немножко чем-то напугал. И они уже сторонятся всех. Не подплывают. А уток сколько. Маша. Маша шипит на пунь. Пуня. Ой, боже. Ты чего такая злюка? Все достали, потому что, да? Ага. Собакин смотрит куда-то в гушри, наверное, какой-то кот лазит там. На сегодня тоже вроде как этот дождь временами. Ну, потом завтра, послезавтра уже такая устойчивая солнечная погода будет. Так, плывут. Плывут сюда мальцы. Отсюда вижу шестеро маленьких. Да. Было восемь. Ну что ж, поделаешь. Это мамка плывет. А я с собой ничего не взял, елки-палки. Подплыла мамулька. И шипит. У нее не так ярко выражен вот этот надклювный нарост. У самца он такой более выраженный. 5 штук, оказывается, а не 8. Жалко. Что ж поделаешь. Сколько их, уже несколько дней не видел. Наверное, неделю не подплывали. Уже так подросли. Кто там орет? Кс-кс. Пуня орет. Подросли уже. Во, какие они. Все равно такие еще мордашки у них глупенькие. Маленькие. Ну, уже такой размер, такой, как утка. Красавцы. Да, было. Из семьи оставалось двое. Несколько лет назад. Жалко, но что поделаешь. Такова природа у нас. Чего ты? Никого нету там. Ура, друзья. Все в порядке. Я ошибся, меня это радует. Вон, еще 2 штуки плывут. Вот мамка им навстречу поплыла. Фух. 7 их. Аж настроение поднялось, честно говоря. Вот, видите, они подплывают ближе. Фух, аж хорошо так сразу стало. 7 штук. 1 пропал. Из 8. Повторюсь, аж хорошо стало. Пойдем дальше. Прогулялись. Ой, хорошо. Получили заряд бодрости на день грядущий. Сейчас попьем кваску. Там квасок уже подоспел. 2 сутки уже стоит. Уже такой набрался вкусу. Квас из цикория. Я как-то рассказывал за него. Рыжий в кущах. Рудик, а ну-ка иди-ка сюда-ка.
Че сидишь? Пошли. Утки. Утки снялись. Он за утками следил, наверное. Мы ему помешали. Так, лебедей 7 штук. Слава богу. Такие радости с утра. Сейчас я тебе быстренько Люся по шапке даст. Он понюхал, а это Люся. Пойдем, друзья, в дом. Всем хорошего дня. Всем уюта. Мира, добра. Всем всего самого хорошего. Остаемся на связи, друзья. Всем пока.